Лето – пора отпусков. Что выбрать? Активный отдых, прогулки по улицам мировых столиц или пляж около теплого моря? И главное, как отдохнуть выгодно? Об этом рассказала химчанам специалист по туризму. Групповые туры в такие страны, да, в крупные столицы, они проходят все в автобусах, то есть там, можно сказать, это все происходит бегом. И по ценнику это не получается выгодно, выгоднее все-таки самостоятельно. Что касается пляжного отдыха, однозначно выгодно покупать туры у крупных туроператоров. Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости». Также информация есть в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.